Ребята, всем привет! Ну, Любчик, у меня сегодня какой красивый Виталий, а я красотка, скажите? Как сама себя не похвалит, то никто Короче, не похвалит, я, да? Звезда, это 100%. Но я должна быть еще хорошей сегодня, но меня очень сильно подвел мастер, поэтому я наряжалась, как могла. Да, Любчик? Ой, да прям, тебя, да на мы все руки готовили мастер. За месяц. Да, и сама себя уложила. И какой-то там мастер погоды не делает. Да, и Дотю накрутила, и Любчика уложила. Куда? Смотрите, какая причёха. Причёху ему уложила. Так что даже это нам не испортило настроение, поэтому мы все в ожидании жениха и невесты. Сегодня будет много красивых видео. Сегодня будет весело. Сегодня будет всем весело. Поэтому готовьтесь и не переключайтесь. Привет, красотка! Привет, любимый, привет! Привет, бежать, одевайся! Привет! Улыбайтесь! Даша, я не буду... Охренительно, привет, красотка. О, ты наш, красавец. Ай, красавец. А где будет? А, будет жених. Саша, привет, красивый, жених, привет, поздравляю, красавец, боже, Бодик, все супер, все зашибись, настроение огонь, поэтому жги и не стесняйся, Бодик, все, а ты жинка. Жинка, зайдя потом. Гости сходятся. Подожди, не спится. Вау! Богиня! Счастливую жизнь. Она та, которая любит и которая верит в счастливую жизнь. Сонечка, попросим ее. Обратите внимание, она уже поднимается, жених переживает, идет. Она сдержала свое обещание. Она идет. Сонечка наша, берите вас, аплодисменты. Дорогие невеста и жених, у вас есть то, что люди ищут и обретают немногие, а оно у вас есть. Это любовь. Кто-то скажет, любовь — это химия, а у вас осознанный выбор, осмысленное решение создать семью и идти рядом друг с другом рука об руку. И соблюдая торжественный обряд, я
обязана вас спросить в присутствии всех родных и близких людей. Осознанное решение создать семью, взаимное ли оно? Искренне прошу ответить вас, жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. Да. Вау, вау, это правильное решение в вашей жизни. А теперь встаньте друг другу лицом. Посмотрите, возьмитесь за руки и посмотрите друг другу в глаза. Посмотрите внимательно, какой подарок вам приготовила сама судьба. Запомните эти моменты. А теперь вас объявляем мужем и женой. Для того, чтобы у вас сложилось все в жизни, прошу, зажгите этот очаг зажгите очаг, первый огонь своего очага. И пусть этот подсвечник будет стоять у вас в доме, как талисман. Берегите его. Дорогие гости, вот родилась семья. Прошу вас всех поздравить их, подарить цветы, пожелать свои тайные или громкие пожелания.
вы, в свою очередь, должны поклониться родителям за то, что они дали вам, в первую очередь, жизнь, путевку в жизнь, наставление. Пожалуйста. Трогательно. Сонечка покормит мужа, а муж Богдан покормит Соню. Сольки не забудь, Сонечка, сольки. Прям туда. Вкусный хлеб. А теперь очередь Богдана. Ломается, главное, такими большими кусками. Накормит, накормит Богдан всю семью. Посмотрите, все совпало. Поздравляем вас еще раз. Желаем, чтобы вы смотрели на пример своих родителей и продолжали род великолепной семьи. Да. Выпейте друг за друга. Благодаря которому сложилась семейная пара Соня и Богдан. Выпьем за вычитание обоих из числа незамужних и холостяков. Выпьем за деление, деление горести и печали. И также радости ровно пополам. Выпьем за умножение, умножение рода путем будущих ваших деток. А также в математике есть еще такая функция, как геометрическая прогрессия. Все слышали, да? Так пусть в этой прогрессии у вас увеличивается счастье и любовь. Супер! Супер! Вы сегодня устали! Ну, давайте! Все в порядке, вони друзі. Як тільки вони трохи повздорили, вони найкращі вороги. Щоб у вас це ніколи не було. Щоб ви завжди були кращі друзі. Я казав, що чоловік з дружиною, як птиця, два крила. Поки два машуть, летить. Одне – ні. Любіть друг друга, уважайте друг друга, підтримуйте друг друга. Супер, за це треба випити. Всі наповнили бокали. Так точно. І що у нас? Горька! Горька! Дякую, 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 д
свадьба пела. Все только начинается. Щоб у вас була легка дорога, щоб ви друг друга поважали, це саме головне. Буде повага один до одного, буде і любов. Щоб ви були такими красивими, завжди з такою посмішкою, завжди, щоб у вас все було дуже гарно на вашому путі. Для цього просто любіть, кохайте один одного. Бажаємо вам любові, але не такої, як сонце, бо воно сідає. Бажаємо вам любові, але не такої, як вітер, бо воно гуляє. Бажаємо вам любові, як небо, бо воно безкрає. Нехай вам буде солодко все життя, а сьогодні гірко! Но мы не оставим без внимания наших родителей. Не останавливаемся, наливаем бокалы и выпьем за родителей. Будьте здоровы! Слова, но также присутствует у нас Вера Антоновна. Бабушка, бабушка, ты моя родная, бабушка, бабушка, бабушка. Соня и Богдан, бабушка Вера, вам желаю всего хорошего, прожить так, как бабушка 86 лет. Вот так! И я вам скажу, иди вперед, назад ни шагу, не падай духом никогда. И сохрани в себе отвагу, запомни, это навсегда. Бабушка Вера запомнила и пришла прикладывать на него дальше. Цените, радуйте, любите, во всем друг другу уступайте, от всех невзгод оберегайте. Сплели вы судьбы воедино, теперь навеки вы едины. Пусть жизнь вас осыпает счастьем, с пути исчезнут все ненастья. От всей души вас поздравляю, достатка прочного желаю. Мужу слушаться жену. И любить ее одну, а жене рожать детишек, милых славных ребятишек. Желаю вам красиво жить, ваш брак без брака должен быть. Супер, супер. Печатью поцелуй! Короче, Дашенька, ты боже без Дашеньки, понимаете? Какие-то жених с невестой гуляют. Красивые, вы ничего не перепутали, нет? Варька! 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 Этот стол волшебный! Это подмена у нас произошла, обратите внимание. Да, может быть,
Это вы хотите замуж выйти, девушка? Да? Или замужем? Замужем. Еще раз хочется выйти, да? Тебе уже и так все понятно, да? Мы сейчас три свадьбы отгуляем сразу. Молодцы, бдите. А если ответ не совпадает, вам же нужно договориться на берегу. Ребят, поэтому будете целоваться и договариваться. Внимание! Первый вопрос. Кто будет наполнять бюджет вашей семьи? Ура! А у кого будет храниться этот бюджет? Кто будет мыть посуду? Молодец, Богдан, и туда, и сюда, и ответил правильно. И я, и она. Молодец. Кто будет выносить мусор? Я не знаю, они молчат, я тут смотрю, я слежу. Кто первый признался в любви? Правильно! Молодцы! Забылась, да? А кто был инициатором первого поцелуя? Давай так же. Я не услышал вопрос. Кто был инициатором первого поцелуя? Вау! Какая идея! Вроде бы неправильно! А как правильно? Да, это были оба! Оба молодцы! Защиты планировали путешествие в вашей семье. Точно! Супер! Сестра? Боди. Сестра Боди. Значит, ты кто будешь? Кто тебя будет, Соня? Невестка. Невестка. А Соня для тебя невестка, а ты для нее кто? Заловка. Саша, ты у нас брат. Богдан. И кто для тебя Соня? Кузиха. Великолепно. Невестка, невестка, правда? А ты своя? Анюта, ты у нас сестра. Двоюродная сестра. Кого? Боди. Значит, для тебя Соня кто? Невестка. Кузиха, не могла она стать тебе родственницей. И я думаю, что у вас у каждого есть теплые слова для того, чтобы поздравить наших молодых. Вы просто ваши улыбки об этом говорят. Ну, Анечка уже сказала, или ты еще хочешь добавить? Дорогие мои кузин и кузиха. Я брат. Я скажу от сердца, просто, чтобы ваша любовь разрывала все препятствия на пути. Никакие преграды, никакие дальние расстояния, ничто, что не помешало вашему союзу. Любите, да будьте любимы. Ольга! Даже считать не пришлось очень долго. Молодцы. Яночка, хочешь сказать? Давай! Может, ты уже сказала? Значит, Ваня скажет. Ваня не скажет. Ваня не скажет. Я желаю вам взаимопонимания, слышать друг друга и понимать. И слышать. Два раза слышать. И понимать. Два раза. Главное, чтобы вам было комфортно вдвоем. И все остальное вообще не важно. Я не знаю. Остальное она живет. Надо было тебя продать в детстве. Соль, крепись. Все, что я хочу сказать. Крепкого вам брака. Нет, они сувенирные, я же говорила. Нет, условия всей команды по 500 евро. Значит так. Ты стоишь здесь.
команда, готовы? Готовы? Я показываю, что вам рисовать. На раз, два, три начинаем. Не подсказываем, не разговариваем. Раз, два. Получилось.
женщины. Уют, уют, уют. Да, а где окно? А где крыша? Это все как иллюзия. Значит, у нас выиграла команда Миши. Я вас поздравляю.